Подготовку к проведению всеукраинского референдума, запрещающего продажу сельскохозяйственных земель, политсилы могут начать уже 19 апреля. Заявку на организацию опроса сегодня в ЦИК подала Батьковщина, поддержав инициативу других народных депутатов. Они требуют от избиркома провести заседание, где определят инициативную группу, которая будет собирать подписи. Напомню, земельная реформа – это также одно из основных требований Международного валютного фонда, прописанное в меморандуме. Для проведения референдума собрание должно объединить не менее 2000 человек. Зробити так, щоб сільськогосподарська земля знаходилась в державній власності і віддавалась тільки в оренду фермерським господарствам, які живуть на цій землі і працюють. А крім того, це право викупу у людей, які хочуть продати пай, тільки державою або, можливо, місцевими громадами і тільки за ринкову ціну. От що ми будемо питати.